Активную гражданскую позицию в деле борьбы с терроризмом проявили студенты-конфликтологи КФУ первых двух курсов. С самого начала дня встреча будущих специалистов затронула трагические события, которые произошли в нашей стране 13 лет назад. Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили и заминировали здание школы номер 1 в Беслане. И держали в плену заложников до 3 сентября. В течение 2,5 дней террористы удерживали более 1000 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях. В память о страшных событиях дата 3 сентября объявлена в Российской Федерации Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с этим на базе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета состоялась лекция, посвященная деталям чрезвычайных ситуаций. Мы пытаемся обсудить с конфликтологами, с нашими ребятами, которые учатся правильно реагировать на конфликт, правильно его каким-то образом урегулировать. Пытаемся обсудить, каким образом формируется память и каковы цели формирования вот этой памяти о событии. Напомнив участникам встречи о трагических событиях, организаторы подчеркнули важность мирного, добрососедского сосуществования разных народов и призвали собравшихся укрепить дружбу между представителями разных национальностей, культур и конфессий. На мероприятии традиционно присутствуют первокурсники и второкурсники, потому что 3-4 курс уже маститые конфликтологи. Ежегодно на площадках «Альма-Матер» проходят памятные акции, встречи и мероприятия, что неоднократно доказывает, что Казанский университет помнил, помнит и будет помнить о страшной трагедии, отдавая дань памяти погибших в ней, как и в других террористических актах. В данном случае это мероприятие более, наверное, диалог с профессиональным сообществом, с людьми, которые готовятся стать профессиональным сообществом, которое способно в этом помочь и населению России, и в частности мировому сообществу. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.